Многие предприниматели жалуются, что у них не инициативная команда, мне все приходится делать самому, я вот там прихожу, я там говорю, что делать, они делают, а если я не говорю, что делать, они не делают, то, ну, если немножко посмотреть в это поглубже, то получается, что как бы предприниматель сам себя неправильно ведет. То есть, если твоя команда привыкла, что ты постоянно говоришь, что делать, то они как бы и будут ждать этого всегда, они не привыкли думать своей головой. А если изменить свою позицию и, к примеру, приходить в команду и говорить, что, слушайте, я что-то вот, ну, не знаю, как это сделать, давайте там вместе придумаем. И они включаются, они начинают думать, они уже как бы понимают, что они не на тебя полагаются, а ты на них полагаешься. И тогда ты можешь все больше и больше и больше удаляться. То есть, когда ты приходишь не с ощущением того, что я такой там диктатор, сейчас всем расскажу, что делать, а ты говоришь, что, типа, блин, ребят, давайте вместе придумаем. Тогда они начинают двигаться, тогда команда становится автономной.